Резина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо, и за радиацией следите. Прием. Есть. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет же. Целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Товарищ полковник, дозиметр зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в руку и задраиться на гору. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть, подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала. Как правительству докладывать, так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Ермак, стоп, машина! Безопасную зону и всем под броню. Сейчас делаем. Степан остается за старшего. Все ясно. Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Не себе чужую. Это точно. Видишь, как склон вскрыло? Интересно, сколько золотого? Повезло. А то у вас еще на 300 и на 500 были. Да и так, в общем, неплохо получилось. Полковник, Ермак на проводе. Из зоны вышли. Он нормальный. Ждем вашего возвращения. Прием. Отлично. Конец связи. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы у цели. Дрянское место, число. Зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Назовитесь. Полковник Мельников. Прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. Чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей, часовых даже нет. А зачем это все?
Ядерная боеголовка и та не взяла. Рота смотрит. Да, могли бы и прибраться. Но посмотрим. Сэм, идет. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ложиться. Оставайтесь лучше с Кристом. Есть? Есть, сэр. Что подготовил? А то как заклинит тебя? Это же сам министр. Чё на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артёму сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артём. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Ну, с Богом. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Что вы? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мрази! В общем, полковник,
Если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите отвалиться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень, до войны еще надо было! Но я сейчас вас урою! Выжечь, мразь эту! Да, не приходи! Теперь покушаем! Артём! Держи! Полковник, сэр! Хватит, сэр! Хватит! Всех к ногтём! Но сначала найди Аню! Простите, с лифтом я немного погорячился. Чёрт с ним! Идёт! Запустить главный лифт! Готово! Лифт пошёл! Сэр! На нас оборона! Yes, молодцы! Минуту продержимся! Ну что, уроды, сейчас будет вам угощение! Точно как наш D6. Лифт такой, exactly. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой. А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Артём! Thank you.
секунда на счету. Ты зачем туда стреляла? Нахрена? Тут еда! Вкусное мясо!
Артём, я знала! Сзади! Вечно найдется такой герой! Никого ты не спасешь, как и остальные! Так! А ну, всё, не дергайся! Только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, был такой эксперимент... Заткнись! Артём, ты цел? Слава богу. Идем, доложим полковнику. Папа, это я. Аня, ты жива? Где ты? В медблоке Артем меня нашел. Надо отдышаться немного.
Вот это называется приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили, так что... Я бы себе не простил. Я в порядке. Кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? 20 лет людей жрали. Ты понимаешь? А, простите. Я, как лейтёха сопливый, повелся. Сам министр обороны меня примет. Тщеславие весь убил. Еще честь им отдавал. Ковчег, блять, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это что? Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе, понимаешь? Вы бы поторопились, тут жарковато стало. Идиот, все нужное забрал? Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Зря ты такая. Я понимаю, конечно, что тут чуть не кончилось. Но обошлось ведь? Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Но ты что, заповачиваешься? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что я Thank you.
этим местом, похоже, окончательный овер. Пора и в настоящий правительственный бункер. И я, кретин, поверил этим с Ганзой, что Москва в подчинении у Ставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечего. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что, спутники, свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд.